29 ноября 2020 год. И все-таки в основном все, что ищем в лесу, это говорушки, или их еще называют сывульки, или же сыроежки, или же рядовка, потому что рядочком растет. Показываю горб. Такой вот горбик. Поднимаем. Ну, такая вроде бы красивая. Ого. Хрумтыть даже. Ого, ого, нога. А ну покажи, давай. Три штуки. Так, тут их три вместе, поэтому и резался так тяжеловастенько. Раз, два, три. Тройнята. И казалось, такая шляпка громадная. На вкус они очень вкусные. Они за сыроежки. Они не такие хрупкие, как сыроежки. И вкусные в приготовлении. Просто пожарить с лучком. Очень вкусно. Кстати, можно и мариновать. Мариновать получается тоже вкусное. Сывульки, сыроежки или рядовка. А еще на них говорят говорушки.